Здравствуйте, друзья! Привет! Очень рад вас всех видеть. И очень приятно, что вы продолжаете эту замечательную традицию, начатую 10 лет назад. Я уже не говорю про то, что это хорошее место. Хочу сказать, что это очень хорошее начинание. Хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, любителей мотоцикла, и всех, кто с сердцем и душой относится к нашей родине. У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце российского, русского человека, связанная с нашей замечательной героической историей. И мне очень приятно, что такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России. Поздравляю вас с десятилетием и желаю вам всего самого доброго. Благодарю вас.